Далее о происшествиях. Следственный комитет проводит проверку по факту исчезновения ребенка в Иркутске. Накануне днем в полицию поступило заявление о пропаже 2-летней Валентины Эрденеевой. Мама отвлеклась буквально на минуту. В это время ребенок исчез из виду. Спустя 2 часа полицейские нашли пропавшую. Она оказалась у знакомой матери. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Там пытаются выяснить, не совершено ли в отношении ребенка противоправных действий.